Мэр небольшого мексиканского рыбацкого городка Сан-Педро Уамелула совершил символический обряд обручения с крокодилом. Местные рыбаки верят, что согласно древней традиции, рептилия на самом деле является принцессой. И ее свадьба должна принести им хороший улов. Перед церемонией мэр прошелся по городу, держа в руках свою невесту в свадебном платье. Само торжество прошло с огромным размахом, были приглашены все жители маленького городка. К концу мероприятия молодожены станцевали свой первый вальс. Расходы на организацию взяли на себя работники мэрии, сделав молодой паре денежные подарки.